По месту жительства в первый класс оформили более 600 маленьких горожан. Ребят зачисляют в начальную школу до 1 июля. После этой даты тем, кто живет не близко, рассчитывать на место в конкретном общеобразовательном учреждении можно при наличии свободных. В первый класс принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6 лет и 5 месяцев, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не позже 8 лет. По заявлению родителей, учредитель образовательной организации может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Этим летом из детских садов Магадана выпускается 1069 дошкольников. Более 1000 первоклашек придут в школы 1 сентября. Сформировано 43 общеобразовательных класса и 2 коррекционных.